Бизнес, конечно, у мужика интересный крайне. Слышь, голубоглазая, блядь. Тут нормально, через решетки. Отлично смотритесь. А что случилось? Ну что, ну все, наш бизнес погибает. Реанимируй, я водила! Идите, наверное, идите! Окончили школу с красным дипломом. Как вы уже поняли, мы в основном на школьные данные ориентируемся. Из каких крупиц информации они разыграли такие сцены?